Здравствуйте всем, всем моим подписчикам и кто впервые на моем канале. Повторю для тех, кто впервые на моем канале, меня зовут Регина, проживаю я в Италии. Сама родом я из Узбекистана, из города Ташкента. Живу в Италии уже 10 лет. Вот. И хочу начать с того, что прошу прощения за то, что я исчезла так надолго. Вот, больше, чем на 40 дней. Почему? Тяжело мне это говорить, но у меня умер папа. У меня умер папа, сердечный приступ, вот, который проживает в Узбекистане. Вот, совсем молодой, 63 года. Я его 2 года не видела, так хотела его видеть, но с течением обстоятельств и еще этот COVID-19 я не могла поехать. Уже думала, когда пройдет вот этот COVID, я хотела поехать, естественно, но не дотянула. Это случилось так, случайно. Вроде бы все было хорошо, вот. Как обычно, пошел утром за молочком, за хлебом, и пришел, и ему стало плохо сердцем, и он ушел. Поэтому мне и сейчас тяжело, но эти 40 дней я вообще ни о чем не думала, только о папе, поэтому никаких видеороликов я не выкладывала на YouTube. Вот. Честно говоря, и сейчас и не хочется, но жизнь продолжается. Я также хожу на работу, также работаю здесь каждый день. Вот. Только ролики не выкладывала на YouTube. Но сейчас потихонечку я буду выкладывать, так как у меня, как я и говорила, очень много роликов, которые я отсняла давно уже. Вот, посылочки, которые я получала в начале, они уже давно отсняты, просто я их потихоньку выкладывала на YouTube. И сейчас я буду их выкладывать. Вот. И дальше посмотрим, что будет. Вот. Поэтому, как я говорю еще раз, что жизнь продолжается. Вот. Ну, немножко о себе. Вот, работаю я. В Италии дела как обстоят? Не очень хорошо. Туризм вроде бы появился, но не те туристы, которые, скажем, денежно-платежные, да? То есть французы, немцы, ну вот это вот ближайший Евросоюз. Они как бы не особо так тратятся, вот. Поэтому не только я, но все страдаем мы, вот. Буквально хватает, чтобы заплатить за аренду и там за свет, за вот эти вот услуги коммунальные, вот. И все. Вот. Так, чтобы вот откласть там что-то, даже речи не может быть. Поэтому нужно подождать. Многие говорят, ждем, когда улучшится эта ситуация. Хотя вот как вот, вот я смотрю другие ролики других блогеров, там что растет, повышается количество зараженных. Вот. Как это, честно говоря, все надоело. Я не погружаюсь в эти дела, я не смотрю статистику. Иногда так зайду, посмотрю, потому что, честно говоря, я даже ролики не веду по поводу ковида и все, потому что мне неприятно все это. Вот. Мне это делает стресс, и не нравится мне это все. Вот. Надоело. Вот. Поэтому у меня совершенно канал другой. Я веду вот именно показы бижутерии. Могу показывать мой магазин. И в будущем я хочу открыть, может быть, другой канал. Показывать. И я не знаю. Я вообще-то хотела вести все на одном канале, да, и иногда показывать украшения, иногда и так, посмотрим. В общем, сейчас ничего не буду загадывать. Вот. Пока я буду выкладывать ролики, которые я уже засняла. Вот. А там дальше будет видно.
Ну, вот так вот я, в принципе, вот хотела вам это сказать. Не хочу, чтобы вы грустили. Прошу прощения. Но просто мне нужно было этот ролик сделать вот сейчас. Объясниться моим подписчикам, почему я надолго исчезла. Вот. Просто так выйти, выложить следующий ролик с украшениями было бы нечестно по отношению к моим родным и к памяти моему отца. Поэтому до скорой встречи. Спасибо за то, что вы заглянули и посмотрели мой ролик. До скорой встречи и пока-пока.